Сейчас находимся на передовой в Лутугино, да? Логвинова. А, Логвинова, да. Вот. Здесь ребята Республиканской гвардии. Кто убежал? Кто убежал в 60-е. Это кто убежал, пусть и не бегут. Это командир. Нехай бегут. А вот его бойцы остались. Скажите, пожалуйста, как вам здесь воюется? Охрененно. Боюсь. Держим и будем держать. Как так сказать, чтобы не сматериться? Здесь ад, пацаны. Мы здесь воюем. Я доведу факты. Мы все здесь, командира нашего здесь нет. Больше я что могу сказать? 60-го с нами нету здесь. Мы где держались, он, где он, я не знаю. Что он где там пельмени жарит или что делает, я не в курсе. Но с нами его. Пойдем до бункера. Мы все здесь, вся его бригада, все на передовой. Никто не подвел, никто не сбежал, все остались. Вот они, ребята. И вот они, настоящие герои, только за то, что здесь находят.